Уверена, что хумус – закуска из нутового пюре, которую добавляют кунжутную пасту, оливковое масло и специи, знакомо многим. А что если приготовить хумус из бобов мунгдал? Такой вариант хумуса я люблю не меньше традиционной версии. Маш обладает своим неповторимым вкусом, который в этом блюде полностью раскрывается, а еще идеально сочетается с хлебцами, лепешками или начос. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить хумус из маша. Блюдо готовится очень просто. Главное, отварить бобы до мягкости. Если хочется более кремовую консистенцию, то допустимо добавить немного воды на этапе измельчения всех ингредиентов. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте все ингредиенты. Замочите маш в воде на несколько часов, после хорошенько промойте, затем отварите в течение 30-40 минут в кипящей воде. Из половинки лимона выжмите сок. Измельчите все ингредиенты в блендере. Подписывайтесь и ставьте лайки. Выложите хумус на тарелку. В центр налейте немного масла. Сверху украсьте зеленью, копченой паприкой и кедровыми орехами. Хумус из маша готов. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. А теперь ингредиенты. Маш 100 грамм, кунжутная паста 1 столовая ложка, лимон 1/2 штуки, оливковое масло 2 столовые ложки, соль 1/2 чайных ложки, чеснок 1-2 зубчиков, зира 1/4 чайных ложки, кедровые орехи по вкусу для украшения, лук зеленый по вкусу для украшения, парика копченая 6 грамм, 5 грамм, в хумус 1 грамм для украшения. Количество порций 2-3. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Всем добра, заходите еще.